Всем привет, дорогие друзья! Здесь Вася Обломов. Извините, что так часто стал выходить в эфир, но правда, как вы знаете, она зовет. Она требует, чтобы ее рассказали для максимально широкого круга лиц. Максимально неопределенного круга лиц. Посмотрите внимательно на эти кадры. То, что вы видите, это не поросший бурьяном, разрушившийся от старости много лет назад сарай в лесополосе. Нет! По версии ФСБ России, это самый настоящий пограничный пункт Российской Федерации, в который сегодня с украинской стороны прилетел прицельно снаряд и разрушил его до основания. К счастью, никто из пограничников не пострадал. Что и говорить. Имея такие видеосвидетельства на руках, нет никаких оснований не верить заявлениям ФСБ России. Я думаю, что все так и было. Оставайтесь на связи. Будем вместе следить за правдой.